Щенок номер 2. Кавказской овчарки 1,5 месяца. Мальчик. Двенашерстный. Будет темно-синий. С длинной шерсткой. Очень красивый мальчик. Тяжелый. Все, спасибо. Щенок кавказской овчарки. Мальчик. Темно-серый. 1,5 месяца. Точнее, 49 дней. Очень красивый. Все, спасибо. Щенок кавказской овчарки 1,5 месяца. Темно-серого окраса. 1,5 месяца. Кобель номер 4. Все, спасибо. Вот такие у нас подрощенные детки. Темные это суки. Им 10 месяцев. Светлый это мальчик с другого помета. Ему 9,5 месяца. Так, я вам знаете, что лучше дам? Дам морковку. Отстаньте от меня. Отстань. Раздевала? Уйди, ты не прыгай. Уйди, не прыгай. Сестренки, 10 месяцев, темные. Они не причесаны, потому что погода такая, то мокрые, то грязные, но они и так красивые. Очень крупные. Большие девочки. И мальчик у нас широкий, большой. А что ты девочку заделся? Сбоку. Сбоку мордочку сними. Морковка вкусная. Пошли ко мне. Девочки, доченька, вот какая доченька. Вот какая доченька. Вот какая доченька. А вот это мальчишка. Мальчишка. Все, не прыгаем. Не прыгаем, фу. Две сестренки. Фу. Фу, ко мне. Фу. Ко мне иди. Все, спасибо.